сниму полное дерево, как они расположились. Ой, дальше не буду уже. И на этой ветке, на третьей, тоже они есть. Красиво. Вот, здесь кто-то срезал тоже. Ну, надо уже срезать аккуратно, и это остальное надо уже срезать до конца, что они не срезали. Это, видимо, устричная вешенка. И вон там она, вон она какая. И вон там ее много. Это больничный завод. Меня машины уже объезжают, я стою на дороге. И пусть объезжают. У меня свои дела, у них свои дела. Езди объехать, пусть едут дальше. Ой, ну вообще красота. Шик блеск, красота. Я это слово еще не успела сказать. Вот еще одна прилетела. Каркуша. Вот какие. Приближает хорошо, потому что четко пластиночки даже видны. Нормально. Пойду-ка дальше. Ой, как высоко. Рядом на дереве только вот несколько штук. Попробую с другой стороны пробраться. Крупные пластинки, потому что грибы крупные. Маугли мне сказал не лазить в дырку. Но эту стоянку далеко обходить, поэтому я полезу в эту дырку. Ее уже вытерли люди. Она была намазана солидолом. Очень густо. И люди испортили свою одежду, ходили куда-то жаловаться. Я уже здесь пролезала, парень, а потом я за ним. Я его предупредила. Он сказал, да, я заметил, запах был. Он садился в машину. Но я пролезала. Деревья уже лысые. Кора с них уже слетела. А эти здесь, сладкая парочка, сидят себе. Получают удовольствие, отдыхают. Красивые птички. И одна такая самая, кто это такие, грачи, что ли, зимуют нынче в Смоленске. Вот это дерево с обратной стороны. Я снимала 31 числа до Нового года, и сейчас я снимаю, но тогда у меня был телефон. А сейчас же у меня камера, телефон против камеры, никуда не годится. Или я не гожусь, потому что вот Валера хорошо на телефон снимает. Я знаю, Максим тоже хорошо снимает на телефон. А я на телефон не умею снимать. Я снимаю, когда жизнь заставит. Но я не люблю и не понимаю. Потому что мне нравится на камеру снимать. Вот какие грибы, вот какие грибы. Да, но эти точно уж никто не съест, потому что их никто не достанет. Высоко, далеко, высоко и далеко. Ну что, сейчас дупле попробую снять. Половина гриба, кто-то ж его отрезал, он коричневого цвета. А здесь они еще в дупле. Вот, расположились. Здесь грибы расположились в дупле. Красиво, очень им здесь уютно, так хорошо. Это дерево они со временем съедят. Ну и пусть, не зря оно пропадает, как я уже говорила. Здесь кто-то срезал уже вот эти вот, но они ледяные. Сейчас, наверное, я вот эти отломаю и буду выращивать. На дерево положу, у нас там есть дерево, валяется возле гаража. Такое оно короткое, но толстое. Может быть, они приживутся. А то их все срежут, и мне потом... Нет, все они не срежут. Если что, я добуду. И вот они еще на земле. Боже ж ты мой. Вот они еще на земле у основания дерева. Ладно, здесь им не очень-то комфортно. И мне тоже снимать. Не очень приятно такую красоту. Сейчас сниму напоследок, что они только срезанные, да? А рядом подрастают молоденькие. Вот они. Вот такие вот красивенькие. Все. Красота. Вот их сколько. Их просто рой. Их просто рой здесь. Ну, на этом я наконец-то заканчиваю. Всем пока-пока. И до встречи.